Комплект тебе в нем идет. Плед. Мягенький. Наушники. И подушка. Есть бесплатная медиатека с фильмами. Катар — отличное питание. У них идет основное блюдо, десерт, салат, напиток и вода. После сканера вы проходите табло, находите свой рейс и идете дальше на лифте или же эскалатор. Спустился я по эскалатору вот там, сразу же попал в зону терминала и упираетесь сразу же в такую станцию с устрицами. Дальше идут магазины и, конечно же, еще дальше самая известная скульптура. Вот она выглядывает, сейчас я подойду ближе. Первое, что вы видите в аэропорту Дохи, когда приезжаете, это, конечно же, мишка Тедди. Вот он так выглядит. Официальное название этого мишки называется медведь-ламба. Весит он 17 тонн и стоит 6,5 миллионов долларов. Вот так выглядит медведь со спины. У него торчит ламба. На первом этаже вокруг медведя в основном находится duty free. Если левее от медведя, то там уже зоны лаунжей. И вот здесь есть отель со спа. Стыковка у нас 3 часа, поэтому это более чем достаточно. Терминал огромный, есть бесплатный Wi-Fi. Есть детская площадка в виде какого-то, не знаю, кальяна, что ли. Есть зона с компьютерами, с выходом в интернет, кому надо. Можно просто телек посмотреть. Фудкорт. Очень приятный. Людей, в принципе, сидит немного. Но, конечно, здесь и не дешево. Уютные кафешки в аэропорту Катара. Комплексный завтрак начинается где-то от 12 долларов. Чашка американо с молоком стоит порядка 5 долларов. Возле мишки вода стоит 6 долларов. Отходишь чуть в сторону — 4. Водичка не простая, а Эвиан. Тут же есть массажный такой спа-центр. Hello! Устали? Присядьте, отдохните. Если у вас терминал И, то вам нужно идти наверх трамвайчиком. Вот такие трамваи беспилотные. До терминала И. Так выглядит терминал И. Тут, конечно, лабиринты еще те, поэтому нужно выходить с запасом. Вот сейчас меня аж вниз вот сюда. Так выглядит зал ожидания в терминале И.
Таре. В контроле вы проходите сканер и забираете свои вещи на ленте. Напоминаю, что аэропорт совсем такой простенький, все понятно. На Мальдивах время отличается на 3 часа. Летом плюс 2, зимой плюс 3 часа. Подходите к стойке, забираете документы и идете на трансфер.